На лыжероллерной трассе детско-юношеского центра «Лидер» состоялся пожарно-спасательный флешмоб. В мероприятии приняли участие более 50 человек, среди которых сотрудники Главного управления МЧС России по Ненецкому округу, первой пожарно-спасательной части центра ГИМС и спасатели Ненецкого АКАС с членами семьи, а также студенты профессиональных образовательных учреждений Нарьян-Мара. В программе мероприятия массовый лыжный забег на дистанцию 3 километра среди взрослых и студентов, а для детей эстафета и викторины с использованием пожарно-спасательного инвентаря. В данное мероприятие включены это лыжные забеги для разных категорий, соответственно, для взрослых, для детей, эстафеты, по определению которых будут, соответственно, установлены победители, призы, чай, вкусные, скажем так, сладости. Вот, то есть все по большому счету для того, чтобы привлечь на данное мероприятие все большее количество молодежи. По завершению мероприятия участникам флешмоба торжественно вручили дипломы, памятные знаки и сладкие подарки.